Привет, друзья! Целью нашей сегодняшней прогулки является покорение небольшой вершины и посмотреть здесь хорошие виды. Я вам хочу их показать. И затем записать для вас продолжение темы про мужскую правду. Вот. Надеюсь, она вам будет интересна, потому что я буду говорить, как прекрасен этот мир. Отличная погода. Солнце. Кайф, что тут говорить, непередаваемый кайф. Ну вот, я думаю, что хочу подняться на ту горку пешком. Там трасса накатана, сделана для сноубордистов, горнолыжников. И собраться в этот поход, подняться сюда. И, возможно, возьму вас с собой. Вот. Мое настроение значительно улучшилось, потому что природа дает необразимый драйв. Необразимый драйв человеку. Ну, на эти камушки можно отсюда залезть. И залезем отсюда. Ну, друзья, на фоне этого замечательного пейзажа, наполненный настроением позитивным. Так вот, подъем чему нас учит? Учит нам тому, что делаем маленькие шаги, смотрим себе под ноги и забираемся на вершину к своей цели. Такие упражнения подъема учат вас физически ваше тело подниматься, делать маленькие шажки, которые потом будет делать ментально на уровне своего ума, на уровне сознания, на уровне принятия решения. Сегодня приглашаю вас посмотреть мой видеоролик о состоянии полноты, пустоты. Я буду объяснять мужчинам, и надеюсь, что его будут смотреть и женщины, потому что ролик такой общего плана.